Вот наш новый объект. Такое вот здание. Внутрянку и крышу здесь делали, ребята. Сейчас приехали тоже доделывать всякие тут недоделки, блин. Красота тут какая. Город. Вокруг гор. Везде горы. Городок называется Еленья Гура. Гостиница под старинку сделана. Ну, номера, конечно, не мебель современная. А так, в принципе, все сделано под старинку. Озеро рядом с нами, горы. Природа классная. Жить можно. Вах, какая красота. Жить у подножья гор. Лес. Воздух чистый. Пруд. Коля, он сидит, рыбку ловит. В пруду, блин, карпы водятся зеркальные. Белый амур. Сомики, говорят, тоже есть. Коля, ну как там? Нормально? Чё, что-то поймал? Прикольный отель такой. Блин, тут рядом сколько всяких крепостей, блин. Проезжали, одна там на горе крепость. То есть замок. Там дальше еще замок. Где-то тут недалеко есть водопад, блин, даже. Может, как-то удастся съездить. Обязательно, конечно, это все засниму. Вообще чудесненько. Сейчас и я выйду туда. Вот так выглядит коридор. Все под старинку. Обычный простой кирпич. Такие фоточки старинные. Прикольно, в общем. Тут автомобили. Альфа-Ромео. Вот так вот комнаты здесь. О, тут такая кожаная мебель. Всякие старинные вещи висят.
Здесь кухня. Вот так вот просто-напросто кирпичная стена развалена. Прикольно. Шашлык-башлык был. Ну и шо? Лего. Всякая ерунда долбе, а ничего не берет. Всякая ерунда долбе. Я жителя убежал, все. Нашел лишь две точки добра, тут и тут там. Но тут поклевочки на наших коробках красивые не похожи. А глубина нормально, да? Вот так где-то. Мелко. Так может на надо, может надо быть. дальше просто на забрать. Понятно. Ух, воздух теплый такой подул, да? Так. Утро в нашем отеле. О. Вот такая красота у нас здесь. Воздух чистый, класс. Польские горы. Это с нашей стороны здесь не такие большие, там с той стороны там вообще красиво. Так, едем на работу. Вот такой вот городочек. Еленья гора. Оленья гора. Блин, а там вот замок на горе. Это один. И вот здесь, за вот этим домом, еще там один замок. Да красота, короче. Курортный городок. Такая красотища. Работаем, блин. Вот объект. И там он горы. На горах замки. Красота, короче, блин.
завод, да? Буде якийсь. А що НК тут будуть відготовлювати? Якісь кріпежні эти, матеріали, да? О, ну що, снять, як ми оце на роботу попадаємо? Я пердулю, я лучше через верх якось нафиг. Обалдеть. Доробились до ручки, на роботу під воротами пролазили. Який у нас об'єкт. Займаємося, короче, профлістом. Доділки, доработки. Там вирівнять, там підшить, там підрізати. Вчора, короче, он два проема от этих под вентиляцию вырезал их в сэндвич-панелях. Короче, такое дело. Такое дело. Такие тут типа складно. Какие они тут будут крепежные материалы, якісь изготавливать. В общем, типа такий мини-завод будет. Сейчас еще на крыше будем выполнять работы. Какие еще не знаю. Сейчас поднимемся, посмотрим. Вот там за горами Чехия. Чехия, Словакия дальше. А с той стороны Германия. И все, блин, рядом, там что-то пару километров. Да, природа тут красотища, конечно. Получается, поселок или городок этот в ложбине между гор. Со стороны Чехии и Словакии вообще горы вон большие, как Германия, вот там он тоже горы большие, а здесь так как бы пригорки. Да, ну там вообще вот шикарно. Блин, а тот замок там на той горе. Вообще, блин. Попасть бы туда как-то. А вон там замок еще. Это мы там живем недалеко. И на той горе замок. Короче, на всех вершинах здесь какие-то, блин, старинные замки или, блин, крепости. Даже вот на вот этом бугре и то какая-то башня вон там между деревьев. Смотровая или что там. Да. Места такие, конечно. Красивые.
И вот наша здесь будова. Сейчас будем зашивать парапеты. Металлическими такими вот листами. Вот такая вот конструкция. Это все парапеты надо зашить. Их здесь ого-го. Хороший метраж такой. Приступим. Лепим такие вот парапеты еще. А сверху парапетов шапки еще. Такие вот выгнутые. Мембрана. Потом здесь так припаяется все. Тут я разрезы, знаешь ты? Разрезы. Тут шапочка. Ну вот такой парапетик получается. Ну я же говорю, еще потом вот тут припаяется мембрана. И будет все красивенько. Прикольную тему тут заметил. Профиль. Вот такого плана, блин. Такая, блин, типа профильная труба с такими прорезями уже идет. В общем, типа так. А вот лежат связующие, такие тоже прикручиваются к трубе, и сюда прикручивается дальше труба. То есть получается такая вот конструкция. Это можно что хочешь делать. И гараж построить, и все что хочешь. Вот, вот эта связующая деталь прикручивается. К ней, на нее насаживается труба, прикручивается. И пошло, пошло. И вот так вот собираешь конструкцию любую, можно вверх и как хочешь. Тут еще видел, есть такие угловые, даже есть вот такие подскос. Связующие. Прикольно, блин. У нас такого я еще не видел. Удобно, быстро можно, блин, собрать что хочешь, я же говорю, блин. Хочешь гараж, блин. Хочешь, блин,
Да хоть и дом можно собрать и обшить потом его, блин, панелями, блин. Так как, в принципе, тут все вот и строится. Классная тема. Надо взять на заметочку себе. На камеру ни хрена не видно. Не, оце короб. А, да, ото амур стоит. Блин, дебели, блин. Опа, опа, опа. Все, пошел, пошел, пошел. Да, нормально. Против солнца, блин, хреново сниму. О, плавник. Махины плавают. Опа, пошел, амур пошел, блин. Та-да. Сейчас выйдем с удочками, посидим. Вот такое наше гостинное место. А, Келвин. О, Келвин, да. Мы вот тут. В Лучине. Замок какие-то есть? Группы страны, сколько нет? А, скоро не стало, то встречи. Нет, тут тоже прикольно он сделал. Карта. Прикольно сделал, так что под старину все так сделано, блин. Карты, блин. Конечно, карты должны быть, как тут замок на замке, блин. Горы. Швейная машина. Старинно. Все, блин. А, помпа, короче, блин. Старая помпа якась, блин. Да, и не надо ни обои клеить, ничего, блин. Кирпичная кладка. Вот так вот. Пол стены развалено. Не, я же говорю, так я сейчас модно, только еще лаком вскрывают. Кирпич вскрывают лаком, оно блестит потом вообще классно. Утро в хостеле. Какая красота. Идет испарение. И там Коля уже рыбку ловит. Сейчас пойдем к Коле. М-м-м.
Везде туман, уже начинает холодать. Роса вот так. А, класс. А тут, кстати, горная речка течет возле нас тоже. Сделан такой канал. Из гор течет речка. Сейчас покажу. Вот такой канал сделан. Ну и шо, рыбак? Пока ничего, да? Тут и рыбы нема. Не, ну красотища вообще, блин. Красотища. Природа бомба. Не, то прикормку надо было взять. Рыба тут есть. А вот на хлебушек ее поймать, конечно, будет довольно трудно. При том, при всем, что здесь в Польше рыбка вся любит кукурузу вареную. Они ее здесь приучили к кукурузе. Опа. Вот пескарики. Таких мы в Москве ловили. Стоять, пацан. Ну, это маленький. Пескарики такие, они вырастают где-то так до 20 сантиметров. Усики же есть? Есть. Да, пескарь. Вот такая рыбка маленькая здесь ловится. Но есть тут и карпы. Есть и белые амуры. Иди, пескарик. Живи. Горная речка. О, оно утка, дыви. Утка плыве. Вон, дыви, утка. Блин, а рыбы капец. Рыба туда все, блядь. Окуней куча, блин. Обалдеть, ну. Красота. А на горе он замок там. Ёлки-палки. Вот здесь вот. Замок. А за горами Чехословакия. Бывшая, блин. Сейчас Чехия и Словакия. И там он тоже замок на горе, блин. Ёлки-палки. И сейчас, кстати, дождь будет. Дождь нам не помеха. Да. Не, тут городок реально курорт. Зимой сто пудов. Тут же вот эти лыжные, горнолыжные... Сырунью на горе. Ага. Горнолыжные курорты, блин, вся фигня. Та, ты шо? Ляпота. Ляпота. Тут люди сдают, походу. Центрум. Пьер. Блин. Я, наверное, ніколи не научусь по-польски читать. Центрум. Ай, блин, да. Сложный. Сложный до боли язык. Ягнятко.
волков, ягнятков. Скренч влево, да, це таке є. Це всі достопримічательності. Бач, а фотографія замка. Замка немає, блін, йолки-палки. Не знаю, що тут написано, короче, ну, 2010 год бачу. Кладка для пі... Ай, блін, потім вдома розберусь. Ось, замок, замок. Метрів, блін. Скренч вправо. Ну це там. Там, де ми живемо. Живем під горою, а на горі замок, короче, блін. І от эта річка тече з гор оттуда. Там озеро, кстати, в горах таке, блін, є. Класне, блін. Водопады, блин. Ну, блин, нема времени, блин, туда поехать, подивиться на все. Вообще. О! Тут типа ложбиночка такая сделана, да? Типа водичка бы мало шла, чтобы на ней идея. Ну да. Колись была водичка. Крали водичку. Отключили. За нее уплату, наверное. Ская бывает. Он диви, сколько яблочок на дереве, ё-моё. Ням-ням-ням. Яблочко, да. Та пошли десь там, прибомбимся. В тенечек. В тенечек, да. Сьогодні, конечно, не жарко. Як вчора на роботі було, так жарко було, да? А вон, диви, лавочки. Нам лавочку знову все равно. Все, ще один камешок. Тоже якась кладка. І вандали вже розбили, да. Ідіоти. Не, горы там вообще чудесные, блин. Ага, еще один камень. 20-летие, шесть пол. Блин, не буду читать. Так, ну вот, поработали здесь в Оленьей Гуре. 3 дня, что успели, то сделали. Сейчас едем на Лигнице, а с Лигнице поедем на новый объект, еще не знаю какой. Ну, в общем, едем на новый объект. О, как затянуло горы, блин. В общем, как-то так. Сейчас еще до Лигницы надо добраться. Хороший такой промежуток по километрам. То есть, вот такая вот работа. Гасаем по всей Польше. Километраж наматываем в день по 200-300 километров. Красивый городок, горы вокруг, рядом граница Чехия, Словакия, Германия, то есть прикольно, да, много тут мест красивых есть, замки, водопады, лыжные курорты, так что советую, кто будет в Польше, приезжайте в Елену Гуру, тут есть чем заняться. Все, всем пока.